В текущем году исполняется 45 лет со дня основания областного русского драматического театра. Театральная труппа участвовала не только в республиканских, но и в международных конкурсах. Одним из значимых проектов театра является международный фестиваль «Тиарт Кокше». Международный театральный фестиваль «Тиарт Кокше», он на сегодняшний день очень известен не только в Казахстане, но и за пределы Казахстана, потому что в этом году планируют участвовать такие страны, как Армения, Россия, Грузия, Киргизия, которые на сегодняшний день уже есть договоренность для их приезда. Ну и из России такие известные театры, как театр «У моста», да, «Пермь», который на языках у многих, кто знаком с театральным миром. Я абсолютно точно знаю, что именно в вашей области, наверное, самая насыщенная, самая разнообразная театральная жизнь. Нигде нет такого количества фестивалей, лабораторий. Бейба Салавач говорит о 4 сценах. Ему осталось только на крыше сцену сделать, потому что реально это здорово, когда ты приходишь в театр, и ты видишь, во-первых, видишь зрителей, которые пришли покупать билеты. Я уже много раз говорила, что зрители у вас особенные. Я такого зрителя не видела больше нигде. Разнообразие репертуаров. Как актеры, вот сколько я каждый год приезжаю, и дело не только в том, что репертуар разный. Я актеров не узнаю, они по-разному раскрываются. Этой осенью театр примет участие в 3 фестивалях. Планируется цифровизация билетной системы. Зринебек Калиева, Жюрсуну Мирзак, Дидару Мирзак, Кукше Ахпарат.